Добрый день, уважаемые коллеги. Только что завершил свою работу 20-й юбилейный экспертный совет по глаукоме. На этом совете, наряду с многими вопросами, рассматривались также проблемы глаукомы детской. Но, на мой взгляд, глаукома детская нуждается в серьезном и более практичном освещении. И мы очень рассчитываем, что на конференции «Невские горизонты», на очередной, уже четвертой конференции «Невские горизонты», которая запланирована на 22 и 23 апреля 2016 года, эти аспекты получат еще большее развитие. Приглашаем всех, кому не безразлична проблема детской глаукомы, а также всех желающих принять участие в этой конференции. Ждем вас, товарищи!